Так, это там, Вот. ты знаешь, как его сделать? Сейчас квест. Да, сейчас кто вылетает из танка? Получается, я второй удар, да, наношу на кавалерию. Да, задача твоя нанести удар вторым, потому что если ты будешь не второй, а третий, то ты уже не получишь зеркало. Это Ну, ДК, тогда или... пусть остальные не бьют. Да, сейчас никто Ну, не первые бьет. удары, которые вот эти. Ты побежишь. Для верности лучше сделать чарж. Вот, либо беги сразу вместе с ДК. ДК вот он, пусть там. Вот, ты с ним бежишь. Соответственно, по хилам. Сами додумайтесь или говорите, кому спекаться. Фибрилляция в хила и филипец в хила. А у тебя что, нету танка шмута? У меня на синдру только есть лед, если вот. А, И это ты щит меня есть, спрашивал? щит есть. Ну. А тебе не понадобится щит, по-моему, не наденешься с топором. Иннеры киньте по филипцу. На фурике-то можно. Руид, дайте по иннеру. Кому? Филипсу. Альте, дай приста, блин. Тебе приста себе еще раз дам. Иннеры киньте по фибрилляции. Второй иннер. И каноническая дай. Ничего, получается. Так, ДК со звездой бегут, никто не бьет. Это было неразумно. Все, отходи, протопал, подходи. Самое главное, стой в РНЖ. Я голодна. А в итоге кто больше урона получает, я или ДК? Но зависит от того, что сколько ДК там урона получит, и поэтому мне может больше прилететь, да? Если он больше получит. Ага, айрона не кусай. А панели нет. Представление.
Че с ростом? Сколько тебе осталось человек? Квест. Одного? Ну уже, уже третий стак еще должен быть. Последнего осталось еще? По идее, да. Там же 4 стака, да, если не ошибаюсь. Да, все. Ну давайте, Рос. Великая это нить. Ну отойди ты. Кто? А чё, Хант может скинуть роящиеся тени, да? Притворившись. Все, квест засчитал, ну, сила крови. Только не спрыгивай так, чтобы не убился. Дайте левитацию. Хазарак, Био, Авк. Б не забудьте сдать. Блядь, будь в хиле там, Валька. Пойду-ка сделаем. Это, протопал тоже, это отойдет там на секунд 30 срочно. Ладно, не пойду кофе делать. Стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Вперед, Хриз. Тут. Чисто теоретически, а что сейчас с хилами, блин? Что, все три, что ли? А, нефигуляция только есть. А чё, у нас сосредоточенность не поставить? Простите. Вперёд. Ну
Дал чешку. Пуляем. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Прожимки отдаем. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Асгарда, и служите королю Личу. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину... Кто из нас может называться чемпионом? Может быть, ты прав. Я скажу, что ты сообщу Тириону. Куда вы бежите, алло? Не поднимайтесь. Запустите еще. Она же, по-моему, багается так, да? Да, запуститься может. Я так уже помню, запустил один рейд. Да-да-да, я тоже помню. Поднялся, 4 моба на меня. Весь рейд здесь, я один там. Вайп. Все. Войд, ты где? ФКшит БГП ему. Или он напугал меня?
Ходор. Вообще не пойму, да? Сказал, что, наверное, ненадолго. А, он тут. Можно МК по хазраку. Нет. О, он победоносца просил. Поездку тебе? Ну, можно. Блин, посмотрим. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Магия усиления на босса. На рейде остался. Шаманами ошибся, блин. Геру дохиливаем. Давление слетит справа. Я излечилась, Изера. Даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Да ё-моё, блин. Чё ты хочешь убить? Ну же, третий раз, блядь. Я ботинки хочу. СРС биса выйдут. СРС херня танки. Херня? Какие? На танках? Или на хила? На танках. Я думаю, они очень хорошие.
Просто для комплекта там надо голову. Голову и эти ботинки, они подойдут по комплекту. А то, что с целка берешь, это нужно ноги и ботинки. Тогда подходит идеально. Я ушел кофе делать. А, это ты там говоришь? Чё столько привели, ё-моё. Давай, Альте, под пэсочкой. Дайте Инра протопалу. Прочитайте Гигината Темпостер. Давай, читаем. Сбили. Наполовину. Что-то. Да все это я юзаю. Все равно проседаю.
Какая у тебя прото есть? Паладины, к вам вопрос, у кого стоит третья аура, блядь? Никто не сознается. Не, ну уже поменяли, это четко. Эти рыбу поставили или не надо? Ставь внизу. Рыбку ставлю. Паладин, сука, который, у которого стояла вторая аура, поставь обратно, сука, вторую, блядь, или переставь на шестую, восьмую, блядь, не знаю, придумай что-то, убери третью нахуй. Ты чё так базаришь грязно, вообще не понимаю. Браток, чё ты нервничаешь так? Браток, не надо нервов. Кто, я? Это, мне кажется, он нервничает. Ну, посмотрим, какие у скилловые на синдре. А почему нельзя третий ор? Она сейчас... Хлепала нужна только же. Ну, у меня ж надо будет под ледяное дыхание только если, да? Я в ШП спекнулся. Да еб твою.
чё, под ледяное дыхание жена будет заходить, да? Лучше со второго раза, когда... Ну, первый раз он взлетает, только потом, да, под него подходить, чтобы успеть по времени. Окей. А, стоп, хилбот забыл включить. Вот, скажи, когда мне его менять, я не знаю. Ну да, за глыбой. У меня сейчас нет стаков. А сколько я должен, когда он мне поменяет, если сколько мне копить стоков? А, yes. Да. Стаки таинственной энергии называется. Угу. Когда будешь бегать, стаки скидывать, не заморозься в глыбу. Ясен пень. По нити по левому, блин. Центральный хуловый стоит, алло. Дима, дам. А, другой маг, да, другой, да.
шаман. Нет, у меня есть таки. У меня есть таки еще. Барквейд уже делает, да? 4 стака. А я не убегу, ё-моё. Сбейте танк. Пешку дам. БР танк дайте. Беги, малышка, беги! Места дал. Ёбаный клык. О, грызи же тебе надо. Так давно хотел это. Все, выполнил квест, спасибо, пацаны. Сто пятьдесят. 50 на 100. Тестоваться. Не достаю, слишком далеко. Рыба возле тотема слева. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Дали поменяй просмотр. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством
моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Господи, спаси, сохрани. Тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы ты чаще служитель себя пропустил рождение моего мира. Это же дисплейтник какой-то. Треугольник, забери его быстрее. Быстрее забери моба, треугольник поставил. Ебать. Протопал. Я слышал тебя, чё-то. Может быть, здесь спалил я. ДК, извини, случай не знаком. И наркошаману. Скрынение не забывайте. Протоптаться там где-нибудь. Твой
Я в треугольнике. Протопал в треугольнике. Дайте ману, умоляю. У меня 8000. Хватает маны. Кулдаун. Мацвета тоже кулдаун. Ан, побей там сферу. Сверки. Сверки. Шесть секунд. Удали. Вставай, ДК. Захильте, ДК. Вот как знал. Так было задумано. Забалкать ДК. Значит, кто соучата хочет в гильдию, пишите мне. Их слуг пали под вашим натиском. У нас тут дружный коллектив. В наших рейдах никто не ролит как попало, никакой крыс никаких нету. Так что
оденете любого персонажа. С нуля ГС беру персонажей целка. Ну да, есть. В ГС ходите. Вчера, позавчера ульда была. Целка герой, конечно, посложнее, но в обычках точно оденетесь. Если желаете в гильдию вступить, то пишите. Отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду... А у вас же ЕПГП, да, по-моему, или нет? Да. Мне вот не нравится, вот, блять, у вас четверо хилов, я не знаю, что вы делаете, что такое, что у вас падает там. Блять. Хулипаун, как дела? Мы его не хилили. А почему вы, блять, его не хилили? Вот видишь, блять, теоретически тут в три хила, наверное, все захиливается. Вы в четыре, сука, вороняете. Даруй мне последнее. Как это объяснить? Дай мне силу разбить эти оковы. Так. Невозможно. Значит, сейчас можно сходить за 20 минут резку обычку, если кто хочет. Хватит, Артас! А, нет, 30 минут, дай отдохнуть хотя бы. У нас... Давай пойдем. На отдых мы должны бывать. Три рейда подряд, что-то такое. Ладно, все молодцы, ставлю групповое. У кого раз не когда? Ой, ты будешь собирать раз или нет? Какие кубики, хуюбики. Портуемся, кто-то перезаходит. Так, меня выкинуло непонятно куда. Так, сейчас сходим на рейску.